Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 июня 2023 года, и я в рамках подготовки новых поющих книг нашей замечательной ожившей поэзии продолжаю обзор новой книги, которая будет через месяц или два приблизительно уже издана. Книга будет называться «Шумилова Веронова. Ожившая поэзия». И мы сейчас делаем обзор из рукописи этой книги, и мы уже находимся в разделе первом, где показаны по 5 композиций, множество композиций. Вот часть 19 у нас. Часть 19, так что мы скоро закончим раздел первый. А пока мы продолжаем обзор вот именно раздела первого. И давайте, я уже нажал на основную ссылку в рукописи книги. Давайте теперь спустимся вниз, посмотрим, что мы здесь будем сейчас прослушивать. Вот только здесь мы можем, в книге мы не можем, надо в книге нажать основную ссылку только, а потом можем уже прослушивать и конкретно каждую композицию. Вот наша книга устроена так, что сначала дается обзор множества всех композиций, которые будут в нашей новой книге. Можно даже пропустить этот раздел, если вы хотите конкретно какое-то стихотворение, какую-то композицию послушать, тогда вам надо идти в раздел второй. А раздел первый здесь по 5 композиций, по-моему, не помню точно сколько частей, вот, по-моему, 20 частей, то есть мы сейчас уже будем заканчивать этот раздел первый. И здесь мы можем выбрать те композиции, которые нас заинтересуют. То есть есть только 5 композиций, но нет здесь их полностью текста. Вот они, 5 композиций. Мы выбираем, какую мы хотим послушать. Ну, давайте послушаем «Тепло от ваших слов». Немножечко нажимаем, включаем. Композиция называется «Тепло от ваших слов». Музыка исполнена Самуэлем Фомичем из цикла «Тепло». Идет запись на запись, поэтому не очень качественно. Вы прямо будете на ссылку как бы нажимать, будет лучше качество. Thank you.
остановим это обзор и возвращаемся к книге, точнее, к рукописи книги. Так, я ошибся, простите, сейчас мы найдем рукопись книги. Вот она, рукопись нашей книги. Так, и идем на следующий цикл. Часть 19, сейчас будет часть 20. И выберем здесь. Сначала мы здесь должны нажать на основную ссылку. И здесь мы посмотрим сейчас уже непосредственно на Ютубе. Посмотрим, что у нас здесь есть. Интересно, сейчас звук здесь отключу. Опять у нас интернет плохо работает. Вот, и выберем то, что мы послушаем из следующего цикла. Цикл состоит из 5 композиций. Но у нас нет времени, мы делаем обзор, поэтому мы выберем парочку композиций из этих 5 и вкратце их послушаем. Вот смотрите, я нажимаю, и вот здесь я вижу «На дне слезы моей», вы помните «Первый звонок», «Где-то там нет меня», «Страна моя», «Моя судьба и Родина». Вот у нас близится День России, давайте послушаем «Страна моя», «Моя судьба и Родина». Видео Валентины Куксенко, музыка исполнения «Везде здесь» Самуила Фрумовича. Стихи «Везде» Мирона Шумилова. Теперь послушаем «На дне слезы моей». Мирона Шумилова у нас мастер по романсам. Thank you.
останавливаем, это обзор, возвращаемся к рукописи нашей книги и смотрим, что у нас дальше есть. Есть ли у нас еще по 5 композиций? Есть, вот видите. Нет, уже у нас идут 3 шедевра. Есть у нас рубрика «Три шедевра ожившей поэзии», в данном случае на стихи Вероны Шумиловой. Я выбрал такие композиции. Давайте чуть-чуть их послушаем, но для этого мы должны нажать на основную ссылочку, войти на YouTube. И здесь, мы выберем, вот я вижу уже «Белые ночи», без предисловия, чтобы было быстрее, сразу нажимаю на ссылку и будем слушать «Белые ночи», прекрасный романс «Белые ночи мои» на стихи Вероны Шумиловой. Да, но здесь у меня, к сожалению, оно сейчас посмотрю, может быть, вот... К сожалению, не ссылки не активные. Это вот я специально делаю обзоры для того, чтобы исправить свои ошибки. Есть. Мы все где-то ошибаемся. Видите, раз вот эти цифры не синие, значит, они не активные. Но мы все равно послушаем, потому что замечательный романс, он как раз идет первым. А потом я исправлю свою ошибку. Послушаем «Белые ночи». Попробуем найти здесь сразу. Вот. Очень много настоящих шедевров. Итак, начинаем. Верона Шумилова, «Белые ночи мои». Музыка исполнения везде Самуила Фомовича. Слушаем. Три шедевра на стихи Вероны Сейчас найду второй шедевр и все-таки включу вам. «Не я приду к тебе». «Не я приду к тебе». Я другим способом сейчас найду. Найду быстренько. Вот я забил Фрумович. Теперь «Не я приду к тебе». «Не я приду». У нас на Ютубе мгновенно все находится. И мы пока вот так сделаем. «Не я приду к тебе», послушаем.
Тут должна быть даже лучше запись, чем там запись на запись, а здесь уже качество будет лучше. Верона Шумиловой композиция называется «Не я приду к тебе». Музыка исполнения Самуила Пумовича из цикла «Ожившая поэзия». Сказку похоже. Следующему шедевру. Называется «Ночь на сказку похожа». Музыка исполнения Самуила Пумовича из цикла «Ожившая поэзия». Вот мы непосредственно ищем на Ютубе, и здесь качество лучше. А когда мы... Я развиваю вас, дрожите, как оливье.
синица, слезы я имею. Из вас я королева смело речит, а с вами говорить я не умею. Шепчет тиши, я вас люблю, мадам. Как это слышу, вас люблю я. Останавливаем, теперь возвращаемся к книге, возвращаемся к рукописи книги. Сейчас, одну секундочку. Вот. И смотрим, что у нас здесь дальше есть. Белые ночи мы уже прошли. Вот здесь, видите, здесь для шедевров. Здесь, видите, есть и ссылки отдельно, так что можно было не искать. Вот. И полностью текст. Теперь мы переходим к разделу второму. Концерты ожившей поэзии с участием Верона Шумиловой. Вот находим концерт. Концерт. Сейчас, секундочку. Вот, нашли мы концерт и находим основную ссылку. Вот первый концерт в этом разделе. Концертов у нас очень много. И вот нажимаем на ссылку. Концерт, кстати, называется «Белые ночи». «Белые ночи». Мы любим очень этот романс, и поэтому... Он так называется, но тут не только «Белые ночи». Давайте посмотрим, что еще у нас здесь есть. Что у нас здесь еще есть здесь? Вот здесь есть, допустим, и другие соавторы. Ну, говорят, «Любовь к себе» – единственный роман, который длится всю жизнь, поэтому я... На мои слова поставлю. Романс называется «Мадам, о как я млею перед вами». Давайте чуть-чуть послушаем. Романс, который я сегодня зачитаю внимание, он называется «Мадам, о как я млею стихи любви». Плохо интернет работает, уже извините, подождем чуть-чуть. Слова, музыка и исполнение Самуила Фрумовича. Thank you.
я не смею к нему не прикоснуться, и только взглядом его ласкал, а дар наполнился, меня обнял. Поэтому вот в этом концерте, кстати, есть Верона Шумилова «Белые ночи мои», но мы его только что слушали, правда, в худшей записи, и поэтому я, наверное, уже не буду повторять и завершу этот обзор. Завершу этот обзор новой композиции на стихи Вероны Шумиловой, которую я записал, по-моему, вчера. Называется композиция «Я готова слушать». Давайте завершим мы этот обзор новой композиции. Сейчас мы все завершаем обзоры. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Я готова слушать». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Может, пойдем, так мы и с тобой.
Но ни за что так не сильно красивый. Верно я, что далеко не зря. В этот месяц я тебя счастлив. Друзья, я заканчиваю этот обзор. Это был пятый обзор будущей книги, которая будет называться «Верона Шумилова. Оживший поэзии. Издание 2». Это вторая книга на стихи Вероны Шумиловой. Спасибо вам за внимание. С вами был Самойлов Фрумович. Всего доброго. До новых встреч.